Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 16-го каталога Faberlic. Я расскажу вам о самых выгодных акциях и предложениях этого каталога, а также о своих отзывах на продукцию, что стоит брать, а что нет. Не забудь поставить лайк и нажать кнопочку подписаться с колокольчиком, чтобы не забыть сделать этого в конце видео. Поехали. В самом начале у нас платье. Я не знаю, девчонки, я всегда отношусь к одежде Faberlic предвзято. Если вы любите, конечно, можно рассмотреть. Я не поняла немножко эту ткань. Ну, не знаю, куда можно надеть. Ну, и фасоны, честно говоря, тоже. Вот этот комбинезон вообще, мне кажется, чисто подиумный вариант. Но я даже смотреть не хочу. Новые подвесочки у нас появились как подарок на Новый год. В принципе, очень даже неплохо. 399 рублей минус скидка консультанта, рублей 300. Знаки зодиака. Здесь у нас инкрустированы они камешками. Цепочка 42 сантиметра. В принципе, интересно. Я подумаю, взять или нет, потому что задумочка очень неплохая. Скорее всего, буду брать и возьму не на подарок, а себе. Ну, 42 вот померю, насколько будет. Потому что если это короткий вариант, то не айс. Вот надеюсь, девушки, если смотреть, да, она где-то вот так. Посмотрим. Не забываем воспользоваться полученными купонами в 15-м каталоге на 50% скидочку. Они у нас будут висеть в личном кабинете в разделе акции и купоны, по-моему, или купоны, или еще что-то. Нажимаем туда их, и у нас будут на втором шаге оформления заказа выскакивать продукты, которые можно будет взять именно по этому купону. Эта зима у нас обновилась. Красивый такой дизайн, я бы сказала, очень красивый. И цены бюджетные прям, ну, очень симпатичненько, хотя с клюквой мне нравился дизайн тоже очень. Здесь у нас масло ши, масло маноэ. Ну, здорово. Я обязательно что-нибудь возьму протестировать. Ультрапитательный крем для лица, рук и тела очень хочется. 199 рублей стоит эта баночка. Объем здесь у нас 170 миллилитров. Маловато, конечно, но и цена недорогая. И подарочный набор отличный. Крем-концентрат для лица, для рук и бальзам для губ. Кому-нибудь подарить такую красивую упаковку всего за 299 рублей. Здорово. Подарочный набор I Love Winter. Я люблю зиму. 169 рублей. И здесь малышки кремов. А девочки говорят всегда, что там серия про руки. Просто в таком вот красивом дизайне. Так как я серию про руки не люблю, то и никогда не брала эти средства. По 30 миллилитров здесь в каждом креме. Но так подарить, презентовать за такую смешную цену можно. За 59 рублей. Девчонки сейчас будут расхватывать, как в том году это было, мыло-мышка. У нас же следующий год, год мыши. Обязательно надо затариваться в самом начале каталога такими вещами. Сейчас опять их сметут и не будет. Гель для душа. Любой за 79 рублей. Мне кажется, судя по флакончикам, что это серия Fleur de Provence. Ну, похож флаконы. По 79 рублей они, в принципе, также. Вот так выглядит, тоже очень симпатично, цитрусовый, с елкой, аромат елки. Вот вы представляете, и праздничного пирога. Я хочу попробовать, ну, не знаю, аромат елки точно, потому что мне интересно, как это будет звучать. Гель для душа с елкой. Выходишь такая в новогоднюю ночь перед застольем, сходила в душ, да, мы, девочки, весь день там пашем, стол накрываем, убираемся, и перед самым застольем обычно я принимаю душ, привожу себя в порядок, и такая помылась с елкой. Выходишь, от тебя пахнет елкой. Ну, мне кажется, прикольно. А один из уважаемых мной ароматов компании Faberlic — это Офи Эрик Сенсуэли и Имансуэли. Единственный флакон духов, который я добила очень быстро, это вот оранжевый Имансуэли. Он классный, он мне нравится. Розовый тоже классный, они стойкие, они интересные. И здесь можно будет приобрести гель для душа плюс аромат 15 мл за 249 рублей. Если, девчонки, вы все еще не нашли свой аромат Faberlic, я вам искренне вот в этом формате советую присмотреться. То есть взять малышку с гелем для душа на пробу и попробовать вот именно эти ароматы. Они действительно достойные, они своих денег стоят, они, как многие говорят, тут, знаете, что Faberlic ароматы такие бабушкины, но не буду по-другому говорить, да, это нет, это хорошие ароматы, достойные, с великим удовольствием, возможно, когда-нибудь еще повторю именно вот оранжевый Офи Эрик. Два подарочных набора миниатюр ароматов можно подарить, кто занимается распространением клиентам, такие подарочки, чтобы они оценили именно, и себе взять тоже на пробу. 499 рублей, три аромата по 7 миллилитров, это очень мало. Вот были бы они там хотя бы по 15,
эта стоимость бы окупалась. Но 500 рублей за 3 по 7 миллилитров – это крайне мало. Здесь у нас в одном бьюти-кафе Рената Увиолет. Очень удачный, мне кажется, состав. А следующий – Рената Секрет здесь. Следующий просто Рената. И еще какой-то аромат, который я что-то даже и не знаю, если честно. Так, новый, вот этот красненький наш новый, дезирабль. И бьюти-кафе Каприз. В принципе, они все два удачных, но вот меня смущает то, что там такой маленький объем. Этот новый аромат, скидки на него пока нет. Возможно, его оценят любители восточных сладких ароматов, каких-то пряных. Я в прошлом видео заказ Faberlic брала пробничек, по просьбам девочек тестировала его. Мне не понравился. Мне не понравился, это не мое, я вообще сладкие не люблю. И стойкость. Через полчаса я его уже на себе не ощущала. Возможно, в полной версии будет по-другому раскрываться он, потому что такой Faberlic бывает частенько, но пока нет. Девчонки, я возьму 30 миллилитров обязательно на подарочки. Есть у меня любители этих ароматов. 279 рублей будут стоить ароматы Ума Феличи Инкогнито. Два, причем мужской и женский. Ума Феличи мужской. Бомонд мужской. Дона Феличи женская. И бомонд женский. У меня свекровь очень любит Инкогнито. Я возьму ей на Новый год, соберу подарочек и положу туда этот аромат. Мужской аромат Вулкана будет по самой низкой цене в этом каталоге. Всего 699 рублей. Я очень его люблю. Мой супруг долгое время им пользовался. И кто еще тоже не нашел мужской аромат, универсальный такой вот для среднего возраста, скажем так, мужского, я вам очень советую присмотреться к Вулкану. Он действительно тоже класс. Интересные новинки для мужчин. Здесь у нас триммер и сумка косметичка мужская. Вот так это все дело выглядит. Триммер. Ну, я не знаю, 1200 рублей за него, возможно, и дороговато. За эти деньги можно купить бритву полноценную. Хотя, ну, не знаю, триммеры по 100, 200, 300 рублей стоят в магазинах, поэтому я бы не рекомендовала, конечно, за такую цену брать. Если будет скидка там, то да. Полуматовая помада «Бархатный сезон». Я никак до нее не доберусь, и сейчас на нее каждый каталог скидки. Скидки большие, 169 рублей она будет стоить. Любой оттенок, видимо, либо выводит эту помаду совсем, либо уже остатки прошлого года распродают. Я очень хочу ее попробовать, пока она еще есть. Не знаю, какой оттенок, буду определяться. Возможно, чарующий шоколадный, потому что очень много уже совсем нюдовых, много коралловых. Обязательно какой-нибудь себе присмотрю и с вами в обзорчике заказа протестируем. По 109 рублей, девчонки, зеркальный объем. У меня есть такой блеск, что могу сказать. Цена, конечно, ниже некуда, но это блески, знаете, такие одноразовые. Нанес, волосы, естественно, прилипают, но это как к любым блескам. И в моде снова глянец, поэтому я, в принципе, ими, ну, затариваюсь. Но не этим. Здесь очень удобный, конечно, спонж. Все здесь, в принципе, замечательно. И оттенки красивые, достаточно сочные и пигментированные. Но он все, он с ваших губ сходит минут через 10-15. Вы будете его то и дело обновлять, чтобы было более-менее красиво, смотрелось и достойно. Поэтому имейте в виду, это абсолютно нестойкий продукт. Снова акция «Желтые ценники» на туши и тени «Галактические путешествия». Галактическое. То есть, если вы берете два продукта, действует вот эта цена со скидкой. Тени «Галактическое путешествие» я уже обозревала. Можете посмотреть у меня обзор. Они классные, крутые, суперстойкие. Вообще, вот нанесли на веко, только подержали глазик закрытым, дали минуточку, там, ну, секунд 20-30 подсохнуть. Все, красотка. Мерцают, сверкают к Новому году. Ну, вообще, просто супер. Затаривайтесь, даже не пожалеете. Они действительно стойкие, действительно классные. Сутки на глазах держатся, никуда не деваются, вообще никуда. Из туши, что здесь представлены, знаю, что многие рекомендуют Express Volume Push Up. Здесь как бы нет ни одной, которую взяла бы я, потому что уже перешла на белорусскую. И именно из этих тушей мне не нравится ни одна. Но девочки некоторые хвалят. На вкус и цвет, как говорится. Моя любимейшая палетка для скульптурирования лица «Безупречная форма» будет с хорошей скидкой. Но можно, конечно, подождать и 50%. Она будет стоить у нас 359 рублей. И она шикарная. Девчонки, на самом деле, она охрененная. Я ей пользуюсь уже год. У меня вот уже румяна разбились, рассыпались. И остался в ней один скульптор. И я подумаю, возможно, обновлю
куплю себе ее, чтобы была она у меня полноценная вместе с хайлайтером. Он придает деликатное свечение, он очень такой нежненький, мне нравится. Румяшки вы можете частенько видеть у меня, видели уже, все рассыпались на глазах. Я их использую как тени, и как румяна они очень удачно смотрятся. Поэтому к этой палетке советую тоже присмотреться. Кисточки, кисточки снова по скидочке, если берем две кисти от Faberlic, девчонки, это просто огонь. Они стоят на уровне с люксовыми кистями, просто и даже не раздумывайте, берите за такую цену. У меня есть, мне кажется, все, кроме вот этой вот самой маленькой, она у нас так, для растушевки карандаша и теней. И я хочу ее и, наверное, возьму в комплекте с кисточкой для нанесения румян. Нет, она у меня есть, 98-й у меня нет. Так, а что у нас? 95-й у меня нет, кисть для нанесения пудры. Вот эта скошенная у меня есть, крутая. Возьму, наверное, вот эту и вот эту вот маленькую. И все, и будет у меня коллекция, и буду я счастлива и рада. Матовая губная помада «Овация» тоже будет по скидкам, всего 199 рублей. Я от нее тоже, девочки, в диком восторге. Частенько вы спрашивали тоже у меня, какой оттенок у меня на губах. Лиловый твит, вот она. Бывает у меня на губах частенько, она просто, ну, шикарная, она такая питательная, без утяжелений и не сильно, вы знаете, кремовая, но она настолько нежная, она настолько обалденно смотрится на губах, у нее насыщенное пигментирование, она не требует карандаша, и она довольно стойкая, не скажу, что супер, но несколько часов держится, и она, я от нее вот в восторге, одна из любимых моих помад, и одна из тех помад, которые я скоро добью, потому что помады не добиваются у меня в принципе, и я ее повторю в этом же оттенке просто однозначно. Вот, девочки, моя любимая тушь Faberlic вместе с Very Berry, она у меня стоит на одном уровне, даже, наверное, это лучше. Ваш Оскар. Какие бы противоречивые отзывы на нее не были, вот именно вот это вот. Я ее обожаю. Несмотря на то, что там не силиконовая кисть, которых я не люблю априори, она просто супер. Вот на нее не будет скидки, к сожалению. Будет скидка на тушь «Главная роль». Ее я не пробовала, но слышала, что тоже очень хвалят. Она приходит в шикарном футляре, так же, как и эта. Очень красиво презентовать, подарить. Тушь офигенная, ресницы удлиняет, ни одного комочка, никогда в жизни не осыпалась. Я с таким удовольствием пользовалась тушью, наверное, один раз в жизни. Ну, а вот и новиночки. Это у нас серия Биомика, наверное, правильно она называется так. Эта линейка у нас заявлена как продукты, богатые микроорганизмами, даже, я бы сказала, не микроэлементами, потому что они говорят, что здесь у нас микробиом, это сообщество микроорганизмов, живущих на теле, на коже человека в норме, как бы, да, они защищают ее от различных повреждений, от иммунитета, то есть определяют внешний вид кожи. Здесь у нас pH 5.0, это вот норма, самая серединка, то, что нужно, даже больше немножечко в кислую сторону. А для чего? Они говорят, для того, чтобы вот эти микроорганизмы именно жили в этих средствах. Что по ценам? Цены, в принципе, бюджетные, смотрите сами. И она у нас заявлена как натуральная линейка, 94,2% у нас натуральных продуктов. Видите? Так, мицеллярная вода 300 мл, здоровая бадья 229 рублей, подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Должна, значит, не щипать глаза. Для меня это очень важно. Я возьму обязательно из этой линейки, девчонки, что-нибудь протестировать и в обзоре с вами посмотрим. Мусс, крем для умывания 249 рублей 150 мл. Нормальные цены. Мицеллярный гель для умывания 150 мл 249. Ну, я пока, наверное, возьму вот мицеллярочку. С вами посмотрим, как она работает. Без парабенов, без этилового спирта, СЛС, мыло-красители. Гипоаллергенная душка. Ну, надеюсь, будет хорошая линейка. Девчонки, серия Weekend, мною любимая. Набор крем для лица плюс очищающая эмульсия будут по цене у нас 569 рублей. Нормальная цена для этих средств. У меня есть очищающая эмульсия, есть сыворотка, есть ночная маска и гель. Что могу сказать? В составе серии Weekend есть какие-то компоненты, которые заставляют кровообращение вашей кожи работать сильнее. Вот у меня одно из предыдущих видео, девочки даже спросили, Света, загорать ходила? Нет, не ходила. Эти покраснения, это ну, не то, что покраснение, здоровый румянец, как бы такой, знаете, нюшечка-морфушечка от серии Weekend. И мне, с одной стороны, это не очень нравится, я не люблю
люблю, вот когда у меня такой здоровый румянец, ну, не нравится мне. А с другой стороны, за эффект эту линейку я просто обожаю. Поэтому я решила, что средства данные я буду использовать на ночь, пусть она у меня там циркулирует и все делает как хочет. А на день я выберу немножко другой себе уход. В линейке Эксперт Фарма у нас скидки на бальзам для стоп гладкие пяточки и крем антипреспирант для ног. Бальзам бывает иногда и немножко подешевле. Я его обожаю. У меня стоят две штуки в запасе. Девчонки, он действительно размягчает ступни, делает их напитанными, увлажненными. Кожа просто, вот знаете, розовая, потрясающая. Потом там в ближайшем будущем вечером, допустим, или завтра проходитесь по ним пемзой, снова смазываете вот этим вот бальзамчиком, и просто вы забываете надолго, что вашим ножкам нужен какой-то особенный уход. Он действительно работает, он классный. Но будет у нас размягчающий крем-компресс для ног за 89 рублей. Я его еще, кстати, не брала размягчающий, но за такую цену обязательно возьму, протестируем с вами и посмотрим, насколько рабочий именно он. В серии Salon Care у нас будут скидки на шампуни и маски за 299 рублей. Мы можем взять любой продукт. Я хочу маску из серии «Умный кератин». Она мне очень нравится, вот именно с розовой полосочкой. Да, у меня есть шампунь, есть бальзам. Они обалденные. Они у нас не содержат... В общем, они у нас не содержат плохих компонентов. Не буду все перечислять. И ухаживают за волосами, очищают их до скрипа. Чтобы помыть голову шампунем, ни одного намыливания мало. Он мылится плохо, мылится, пенится. Нужно как минимум два раза, чтобы промыть. Но здесь, по-моему, у нас нет СЛС и парабенов всяких там. А маску я не пробовала еще из этой линейки. Девчонки, если кто пробовал, расскажите, действительно ли она стоит своих денег и стоит ли ее приобретать. Снова, конечно, даже за такую цену я буду брать краску свою любимую для волос Эксперт. 179 рублей она у нас будет в этом каталоге. Я уже покрасилась оттенком 7.1 и 8.1. И, девчонки, покажу вам их сейчас. Вот они рядышком, 7.1 и 8.1. Вот. Значит, 7.1 я нанесла на корни, 8.1 протянула по всей длине, дабы добиться какого-то, знаете, эффекта амбре, что ли. Если вы видите, сейчас корни у меня совсем темные, а на концах все дело светлее. Хочется мне поиграться таким образом с оттенками, и, возможно, я в следующий раз возьму 7.1 на корни, а на всю длину 9.1, хочется, чтобы был больше контраст. Вот она, 9.1. И попробую вот так уже. Но так мне, в принципе, нравится. Краска классная, я ее обожаю. Девчонки, если кто не пробовал, бюджетная цена и обалденный результат. Хорошая цена на концентраты. Концентраты Beauty Complex. Смотрите. 35 плюс 45 плюс 55 плюс 399 рублей они будут стоить. Я пропивала где-то полгода назад 35 плюс, и что могу сказать? Нормальные витаминки с хорошим составом можно попить, тем более сейчас осень. Я подумаю, может, на этот раз возьму 45 плюс, потому что тут написано, что поддерживают выработку гиалуроновой кислоты, замедляет процесс старения в организме, ну, можно уже. Так что... Пока такая цена, можно запастись. Серия Дом Фаберлик. Средство для чистки духовок и плит 149 рублей. Ниже цена на него, девочки, не бывает. Берем, запасаемся, потому что оно обалденное. Оно все очищает. Старые сковородки, духовку, плиту, кастрюли. В общем, огонь. Кто не пробовал, обязательно пробуйте. И средство для мытья посуды. Любое будет по 149. Я уже начала свою малинку пробовать. Что могу сказать, девчонки? Оно действительно пожиже, чем другие. Пожиже. Я пользуюсь им сейчас не разбавляю. Если другие ароматы я разбавляла один к двум, а то и один к трем, здесь нет. Пользуюсь в чистом виде малинкой. Но аромат того стоит. И все равно 149 рублей за такой баллон 500 миллилитров. Эта цена нормальная. А в запас себе потом буду брать, наверное, с угольком. Уж очень хочется и его потестить. Хочу тоже мыло для кухни. Но, к сожалению, вот нет здесь с кофе. Вот мне с кофе зашел больше всего. Последний был экзотические фрукты. Как-то не так, не сяк. Ну, может быть, цветочно-пряный аромат возьму по 89. Это хорошая цена, самая низкая на эти продукты. Будет скидка на отбеливатель 249 рублей. Он будет стоить, если взять что-то еще. Ну, например, салфеточки пятновыводители за 69, либо карандаш за 109. Классная цена. У меня кто-то просил давно этот отбеливатель по акции, а я себе, пожалуй, возьму карандашик.
карандашик. Очень давно хочу его потестить. Давно на него не было акций. Буду пробовать. Гели, наши водные гели, безопасные водные, которые увлажняют помещение, 99 рублей. И тут имбирный пряничек уже у нас в акции появился, поэтому я обязательно его возьму к Новому году. Я обожаю, девчонки, этот аромат. Просто вот когда поставишь елку, да, уже нарядим, поставим елку, и вот этот освежитель в доме, ну, прям сказка какая-то, но очень он мне нравится. Ну, когда Фаберлик в конце каталога делает какие-нибудь хорошие акции, давно так не было, кстати, но здесь у нас на линейку Флёр для Прованс, я к ней дышу абсолютно ровно и брать ничего не буду. Вот, смотрите сами. И лак-крем. Очень давно хочу попробовать молочко для тела с алоэ. Здесь у нас как раз будет желтый ценник. При покупке двух продуктов мы сможем получить вот такую хорошую скидочку. Подумаю, что взять вторым продуктом, присмотрюсь. Много всего. Мне, кстати, очень нравится. Я брала себе гель для душа с инжиром. Аромат вот классный. Аромат классный, потрясающий. Но мне не нравятся эти гели тем, что они плохо пенятся. У них неэкономичный абсолютно расход. Абсолютно. Бьюти-кафе здесь тоже как бы скидки, но я особенно их не вижу. Просто линейка бьюти-кафе. В самом конце прям интересно, очень интересно. Для наших маленьких любимых деток у нас много-много новиночек. Смотрите, как все приятненько, как все красиво. Это у нас серия с монстриками, подушка монстра. Ну, блин, она крутая. Я вот прям не знаю, мне очень хочется ребенку купить такую. Она, мне кажется, будет безумно рада. 800 рублей плюс скидка консультанта, выйдет цена нормальная. А, плед тоже классный, блин, 990 рублей, вот все хочу, прям вот, ну, Фаберлик порадовал этой линейкой, полотенце банное 999 рублей, шикарный, просто шикарный. Дальше к школе рюкзачки, я посмотрела, кстати, их вот тут немножко видно, что они с мягкой спинкой, все у них нормально здесь, и цена, в принципе, нормальная, 2299. Пеналы, ланчбоксы, мешки для обуви, в общем, для мальчишек. Тут, смотрите, ланчбоксы довольно удобные, мне кажется, с собой в школу брать. Интересные тоже продукты, но мы уже рюкзак купили к школе, пока есть скидки заранее. Вот такая вот нежнятинка. Ну, супер, мне вообще эта линейка вся очень понравилась, я прям засмотрелась, честно говоря. И цены нормальные, скажем так. На этом все, мои хорошие. В конце каталоге у нас, как всегда, подарочки новичкам. Здесь можно выбрать любой аромат Валентины Юдашкиной. Ни один из них не тестила, сказать не могу. Но знаю, что у него есть поклонники и довольно много. И ссылочка для регистрации Фаберлик всегда у меня под видео. Проходите, регистрируйтесь, заказывайте со скидкой, получайте свои подарочки, участвуйте в закрытых распродажах. Пожалуйста, на здоровье. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Всех люблю, целую. Пока-пока.